Обучающие семинары, практикумы, IQ-баттл и медиадозор. В краевой столице полным ходом идет подготовка к традиционному фестивалю прессы «Регион Медиа». В этом году организаторы обещают яркую программу и необычные конкурсы. Ежегодно в нем принимают участие десятки журналистов из различных средств массовой информации. Не остаются без участия студенты. Ветераны журналистики проводят круглые столы и передают опыт младшим коллегам по перу. Организаторы отмечают цель таких мероприятий – обмен опытом и повышение уровня журналистского мастерства. В этом году фестиваль пройдет в течение 3 дней. Мероприятий будет очень много. И мы постарались, чтобы все мероприятия были, в них принимали участие представители разных возрастных групп нашего журналистского сообщества. Изюминкой 11-го фестиваля станет работа дискуссионной площадки. На ней акулы-пера обсудят такую тему, как формирование имиджа Забайкальского края. Кроме этого, затронут вопрос о законодательстве в сфере СМИ, что особенно важно, так как незыблемые правила для каждого журналиста – не навредить. Впервые пройдет конкурс на лучшую медиагруппу. В интеллектуальной игре IQ-баттл определятся самые эрудированные участники. Также журналисты выйдут в медиадозор. Чтобы пройти игру, потребуется не только острый ум, но и актерские способности и смелость. Организаторы говорят, что острых ощущений хватит до следующего фестиваля.